Если говорить о гении места, если говорить об энергетике, которая существует в каком-то здании, то нужно приводить пример, прежде всего, эту большую аудиторию. Большая аудитория появилась на свет в 1907 году, когда был достроен последний северный корпус Политехнического музея. Она предназначалась для научных лекций. И в 1907 году эта аудитория была самой большой публичной аудиторией в Москве. Поэтому, хотя она первоначально предназначалась только для научных лекций, и тут была сцена, на сцене была трибуна лектора, за сценой была некоторая камера для вытяжки при химических опытах, они предполагались, а над сценой, над трибуной висела таблица Менделеева, которая существует сегодня. Это было очень популярное место, в нем выступали лучшие ученые своего времени – Жуковский, Вернадский, Мечников. Но вслед за учеными на эту сцену вышли поэты и художники. Короткая эпоха между двумя русскими революциями была насыщена новыми рифмами и образами. Все-таки уже тогда, в ранние советские годы, то есть 20-е годы, площадка стала площадкой поэтов. И здесь, несмотря на название такое сугубо техническое, здесь был праздник искусства, искусство русского слова. Это место зафиксированное, это место, принадлежащее авангарду и поэтическому, и интеллектуальному, и научному. В феврале 1912 года группа художников-авангардистов «Бубнова и Валет» устроила в большой аудитории несколько диспутов о новых направлениях живописи. На втором диспуте один из докладчиков, Максимилиан Волошин, вдруг пригласил на сцену 19-летнего поэта, никому неизвестного Владимира Маяковского. В том же году Маяковский и Крученый с соратниками выпустили скандальный манифест «Пощечина общественному вкусу». Это было мирное или не вполне мирное соревнование наших уже теперь классиков. После Октябрьской революции поэты стали считать большую аудиторию почти официально своим клубом. В 18 году здесь получил звание короля поэтов Игорь Северянин. Маяковский ревновал. Здесь происходил как-то раз громкий суд над имажинистами, так называемый, на который поэт Сергей Есенин ответил своим судом имажинистов над литературой. Скандал был такого объема, что толпу на улице сдерживали с помощью конной милиции. Но после этого, к сожалению, стали происходить совсем другие суды, куда более страшные и совсем не поэтические, и в истории большой аудитории наступил длительный перерыв. Разгар хрущевской оттепели Сталина прокляли и вынесли из мавзолея. Советские интеллигенты воодушевились. Аудитория превратилась в такую мекку людей, которым нужно было высказаться нетрадиционно, иногда остро, открыто. В середине 1962 года молодой режиссер Марлен Хуциев снимал фильм «Застава Ильича». Он решил включить в свой фильм большой эпизод «Поэтический вечер в политехе». К тому моменту таких вечеров здесь не проводилось несколько десятилетий. Съемки шли несколько дней, зал был забит с утра до вечера. На сцену выходили поэты Борис Слуцкий, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко. Мы расстаемся, политехнический. Нам жить недолго. Суть не в овациях, мы растворяемся в людских количествах, в
твоих просторах, политехнический. Вот на этой сцене, вот я сейчас смотрю на нее, и оживает то, что было совсем недавно, в 65-м, когда мы с Володей выходили на сцену и в течение 6 минут получали приличный урожай аплодисментов. Потому что публика была благодарная, нервическая. Так поэты и актеры снова воцарились на этой площадке. Впрочем, ненадолго. Сомнительную поэзию и нежелательные дискуссии снова вытеснили на прокуренной кухне. В 2010 году было принято постановление правительства о том, что полностью реконструируется наш старейший музей политехнический. Ему будет в декабре этого года 140 лет. И, конечно, в процессе реконструкции, которая сейчас прошла период выбора проектов реконструкции, архитектурные идеи, конечно, большая аудитория сохранится как главный бренд, как неотъемлемая часть этого многофункционального комплекса. Сегодня политеатр открывается в момент по-своему революционный, когда политические дискуссии из виртуального пространства и соцсетей выливаются на городские площади, и политика становится достоянием общественности. И вообще меняются настроения в обществе кардинально. Поэтому старые образцы и шаблоны не работают. Нужны какие-то новые идеи, открытия и изобретения в искусстве. Поэтому мы занимаемся поиском новых идей и лидеров в этой сфере, и смыслов. Мне кажется, сегодня что-то состоятельное можно сделать и что-то можно сказать, только объединяя жанры. Вот если у нас получится организовать диалог между актуальными художниками, актуальными музыкантами, актуальными режиссерами, то театр случится. Театр — это синтез, и если мы говорим Полоскова, то здесь она должна не просто читать стихи. Если мы говорим Олег Груз, то это не просто вот творческий вечер современного, пусть даже и очень мощного поэта. Если мы говорим Вера Павлова, то мы должны найти соответствие этой поэзии в измерении современного искусства. Даже не сценографии. Настоящий театр, современный театр, тем и отличается от несовременного, что старый театр случается на сцене, а новый театр случается в зрительном зале, в голове. В голове современного человека, в нашей башке, и чистить ее нужно с помощью вот этого самого современного искусства. Работать с Вениамином Смеховым, с Алисой Хазановой, с Ингеборгой Дапкунайте, с одной стороны, какая-то огромная честь, и это действительно безусловные актеры. Но я сейчас, общаясь с вами, понимаю, что даже вот в этих перечисленных, в этом ряду есть какая-то большая закономерность. Даже эти три артиста — это артисты каждый с очень сложной траекторией. Мы ищем людей, которые не потеряли вкуса свободы, не потеряли, не потеряли тонуса энергии, которые должны отличать современного художника, современного артиста. Таких немного, но тем важнее и тем нужнее, как мне кажется, их труд. Если нам удастся собрать этих людей, то эффект будет очень сильный. Я верю, что это пространство отзовется, будет резонировать. Я верю, что той энергии, которая сегодня начинает возникать в Москве, тому свежему воздуху, который вроде бы появляется и вроде бы начинает, позволять нам дышать, если не полной грудью, то хотя бы все-таки, как-то расправлять плечи, необходимо соответствующее место. И новый театр должен возникнуть здесь, я в это верю.